Здорово, друзья! Не секрет, что все мы любим играть в шутеры, особенно когда сеттинг того или другого шутера затрагивает наши дни или прошлое. Не так давно состоялся анонс новой части Call of Duty. Наконец-таки серия возвращается к своим истокам и вновь затрагивает сеттинг Второй мировой войны. Это, безусловно, отличные новости, но помимо Call of Duty есть ведь и другие достойные шутеры, которые затрагивают такой же сеттинг. Как раз о таких шутерах и пойдет речь в этом видео. Но заметьте, что я говорю только о шутерах, поэтому никакие танки или War Thunder сюда не подходят. Ну а отдельный топ о стратегиях Второй мировой я выпущу во вторник. Ах да, еще одно, игры в данном топе расставлены в случайном порядке. Приятного просмотра. Ну и первая игра моего топа – это серия игр Wolfenstein. Скорее всего, дети, которые родились уже в начале или середине нулевых, знают только лишь современный Wolfenstein, действие которого разворачивается в альтернативной вселенной уже после окончания Второй мировой войны. Но вот игроки старой школы знают серию игр Wolfenstein как хардкорный шутер в сеттинге Второй мировой, но со своими особенностями, а именно мутантами, магией и, в общем, древним злом. Самая первая игра данной серии вышла еще в далеком 1981 году. За это время вышло еще немало игр данной серии, но конкретно нам больше всего подойдут Wolfenstein Враждебная территория и Возвращение в замок Wolfenstein. Именно эти две игры лучше всех остальных погружают игрока в атмосферу войны и приносят еще множество других положительных эмоций. Серия игр Medal of Honor. Две последние части серии, вышедшие в 2010 и 2012 году, решили пойти на риск и затронули сеттинг современной войны. Но вот все ее прошлые части, которых было ох как немало, были о Второй мировой войне. Первая часть вышла в 1991 году и понеслось. Medal of Honor — это, пожалуй, одна из лучших представительниц своего жанра, которая наряду с другими проектами нулевых привнесла в игровую индустрию много чего нового. Игра показывала масштабные боевые действия и полностью погружала в них игрока. Помимо весьма неплохой одиночной кампании, в этой игре всегда можно было развлечься, играя в мультиплеер с друзьями. Да, он был далеко не идеален, но в те времена никто об этом даже не думал, а просто играл и получал удовольствие. Ну а теперь давайте немного отойдем от достаточно старых игр и рассмотрим, ну не такую уж и новинку, но игру прошлого года выпуска. Герои и генералы. Герои и генералы — это мультиплеерный экшен-шутер от первого лица, который вышел 23 сентября 2016 года и был очень даже хорошо принят игровым сообществом. Игра предлагает вам поиграть за США, СССР, ну и конечно же немцев. Еще в игре присутствует огромный арсенал оружия того времени, а также танки, БТРы, самолеты и самый обыкновенный велосипед, на который, к слову, может сесть целых два игрока. В бой, бойцы! В общем, герои и генералы — это очень даже неплохая многопользовательская игра, в которую может поиграть каждый, так как игра абсолютно бесплатна. Разве что за исключением нескольких отдельных DLC. У тебя слабый ПК, который не тянет Battlefield 1, тогда герои и генералы — твой выбор. Серия игр «Красный оркестр». Это тоже очень даже известный многопользовательский шутер от первого лица, который начал набирать свою популярность еще с середины нулевых. Первая часть данной серии вышла в 2006 году. В ней можно было поиграть как за Советский Союз, так и за немцев. Игра делала упор на многопользовательский режим, кампания там была всего лишь приятным дополнением, но тем не менее она тоже достойна вашего внимания. Спустя 5 лет студия выпускает вторую часть с подзаголовком «Герои Сталинграда» и все так же предлагает нам обширные карты, новые игровые режимы, обновленную графику и в качестве приятного дополнения одиночную кампанию. Все это дает полное право данной игре находиться в этом топе. Саботер. Эту игру по праву можно назвать одним из самых смелых и удачных экспериментов в игровой индустрии, который, к сожалению, так и не заимел продолжение. Саботер — это приключенческий экшен-шутер от третьего лица в открытом мире, действие которого разворачивается во время Второй мировой войны. Только вдумайтесь, огромный открытый мир, полная свобода действий, какая-никакая, но разрушаемость и безумное количество веселья. И все это происходит в оккупированной Франции 40-х годов. Угоняйте немецкую технику, нападайте на их блокпосты, зачищайте районы от немецких захватчиков и участвуйте в уличных гонках. В общем, получайте удовольствие, эта игра стоит вашего внимания.
Battlefield 1942. Глубокий взгляд в прошлое на игру, которая вышла 15 лет назад. Ну, что можно сказать об этой игре? В свое время это была настоящая революция в жанре. Именно в Battlefield 1942 впервые на высочайшем на то время уровне была реализована боевая авиация, наземная техника и, черт возьми, 2002 год. Десантный катер, эсминец, линкор, авианосец. Battlefield 1942 дает тебе возможность принять участие в битвах на земле, в небе и на воде. Помимо этого, в твоем арсенале находится огромнейший ассортимент оружия, а размер игровых карт даже сейчас впечатляет. Игра очень старая, но даже в наши дни в нее играть одно удовольствие, особенно если твой ПК не тянет Battlefield 1. Ну, у меня как бы тянет, это я просто в пример привел. Вы, наверное, смотрите и думаете, уже шестая по счету игра, а он все еще не раздал ключики. Ну так вот, они сразу два ключа на активацию в Стиме и Ориджине. Успел активировать? Тогда не забудь отписаться об этом в комментариях. А вот счастливчики, которым повезло в прошлом видео. Серия игр Sniper Elite. Данная франшиза насчитывает уже 4 номерных игры и 2 ответвления про зомби-нацистов. В каждой новой части нам так же, как и раньше, предлагают взять на себя роль снайпера и выполнить какое-то сверхсекретное задание, от которого будет зависеть исход войны. За все эти годы мы уже успели побывать и в самой Германии, и в Италии, и даже в Африке. Куда же нас занесет следующая часть данной серии, остается только гадать. Timing is everything. Call of Duty, Call of Duty 2 и Call of Duty World at War. Кто бы мог подумать, что игра, которая начинала как экшен-шутер от первого лица Второй мировой войне, перерастет в самую кассовую, самую известную, самую популярную и самую часто выпускаемую игру в мире. А ведь однажды все начиналось вот с этого. Ну, теперь уже точно можете пускать слезу ностальгии, потому что больше мне о ней сказать нечего, ведь она не нуждается ни в каком представлении. Все вы и так наверняка в нее уже играли, а для большинства Call of Duty 2 и вовсе стал одним из первых, если не самым первым шутером от первого лица, в который он поиграл на своем ПК. Игра легенда, тут и добавить нечего. Серия игр «Братья по оружию». Еще одна очень известная франшиза, о которой не вспоминали уже очень давно. Последняя часть данной серии вышла аж в 2008 году с подзаголовком «Шоссе Ада». Данная серия игр всегда отталкивалась от каких-то реальных боевых действий, воссоздавая в своем маленьком игровом мире реальные полномасштабные сражения. И делала она это весьма успешно. У игры имеется огромная армия поклонников, которые до сих пор ждут продолжения. И это неудивительно, ведь игра поражала одиночным режимом и развлекала мультиплеером, чем и заслужила почетное место в данном топе. Ну и последняя игра моего топа — это Enemy Front. Данная игра вышла в 2014 году и получила весьма смешанные отзывы как от простых игроков, так и от критиков. Но тем не менее, это не помешало ей найти свою целевую аудиторию. Игра развлекает мультиплеером и в качестве приятного дополнения дарит одиночную весьма короткую кампанию, в которой вам предстоит играть за корреспондента Роберта Хокинса, который является частью варшавского сопротивления. В общем, по желанию, ты можешь ознакомиться с данной игрой. Ну а на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео, и пишите в комментарии название вашей любимой игры в сеттинге Второй мировой войны. А также по желанию можете посмотреть мой топ игр о Первой и Третьей мировой. Да, такие у меня тоже есть. Всем удачи и всем пока!